Вітаємо вас, шановне товариство. Точка росту в ефірі телеканалу АТВ. Науково-популярна передача про проблеми сталого розвитку Сумщини. В студії учасники громадської організації Фонд регіональних досліджень, я ведучий, доцент Сумського державного університету Олег Туляков та кандидат економічних наук Валерій Іванович Борзунов. Доброго дня, Валерій Іванович. Добрий день. Шановне товариство, ми говоримо про сталий розвиток у цій студії. Сталий розвиток – це розвиток, який спрямований на інтереси наступних поколінь. І ось коли говориш про таку діяльність, коли її здійснюєш, то постійно стикаєшся з філософською проблемою – це діалог поколінь. Це те, наскільки нам вдається налагодити комунікацію між батьками та синами. Проблема філософська, проблема глобальна, проблема, яка переходить з покоління в покоління. Отже, сьогодні ми вирішили з Валерієм Івановичем пофілософствувати на цю проблему, поговорити про її сутність і поговорити, наскільки вона зараз впливає на ситуацію в Україні. Отже, моє перше питання до Валерія Івановича. В чому сутність цієї проблеми діалогу поколінь, як ця проблема впливає на сталий розвиток? Ну, в принципі, із покон віків существувала проблема отці і діти, конфлікти. Хоча, якщо розглянути з точки зрення устойчивого розвитку, то конфликт между поколениями, конфликт между отцами и детьми, он может носить как такой прогрессивный характер, то есть стимулирующий развитие, то есть отрицание того, что в принципе уже отживает, отмирает, и на базе этого возрождения чего-то нового, это позитивное такое, и может деструктивно влиять, если конфликт доходит до того, что разрывается связь, разрывается та методология развития, и общество, в общем-то, не развивается, деградирует. Так что конфликт – это такое дело, вроде бы, и есть и позитив, и негатив. Это с одной стороны. С точки зрения самого устойчивого развития, то речь может идти не только о какой-то ментальной связи, семейной связи между детьми и отцами, там, родителями, между поколениями, но и с точки зрения той методологии, которая закладывается в само понятие устойчивого развития, то есть каких целей мы хотим достичь. А вот в зависимости от этого и определяется, ну что ли, период этот, который охватывает методика развития. То есть если мы говорим о том, что мы пытаемся изменить что-то там в экономике, в социальной сфере и так далее в течение там 2-3 лет, то тут конфликта поколения так как такового и нет, потому что и развивается это в рамках одной ситуации. Но если мы рассматриваем на долгосрочную перспективу, то есть охватываем период как минимум 3 поколений, допустим, дети, родители, дети и дети детей, это 3 поколения, то это уже где-то порядка там 50-60 лет. И здесь очень важно рассматривать вот тот, ну, я называю горизонт, который мы рассматриваем, то есть горизонт мышления. То есть если у нас разработчиков системы развития горизонт мышления ограничен там 50 годами, то мы не охватываем все 3 поколения. Если мы рассматриваем, все-таки пытаемся создать такую систему, которая рассчитана на комфортное проживание не только сегодняшних, но детей и внуков, тогда мы должны выходить вот на горизонт мышления как минимум там 50-60 лет. Это вот одно такое понятие. И второе понятие я бы выделил еще в связи вот с теми событиями или с той ситуацией, которая сложилась на сегодняшний день в мире, это скорость изменения. То есть если вот, допустим, там 18-19 взять век, то там изменения настолько медленно происходили, что они в течение там одного поколения как-то даже и не особенно ощущались. Но я не имею там война там и так далее, эволюционное такое развитие. То на сегодняшний день у нас эволюционное развитие настолько вот быстро происходит, вот, что, ну, я называю это, время сжимается.
Поэтому все вот эти вот деструктивные влияния, они очень часто повторяются, потому что время такое, время сжимается. То есть нам нужно еще рассматривать с этой точки зрения, что наша реакция на это и наше взаимодействие между поколениями, она становится более рискованной, входит в более рискованную зону, и мы должны, соответственно, в систему устойчивого развития как-то подстраивать под то, что у нас изменения будут происходить очень часто, и мы должны вовремя это реагировать. Вот я так бы охарактеризовал, что на сегодняшний день связывает поколение и с самой методикой устойчивого развития. Валерій Іванович, давайте перейдемо до реалій українських. Ну, я би хотів згадати класичний сюжет, це шекспірівський «Гамлет». Ну, на жаль, більшість людей вважає, ну, при слові «Гамлет» там Шекспір представляє когось дядька там з черепом в руках, та запитання «бути чи не бути», сенс якого теж далеко ніхто розуміє. От тому я би все ж таки виділив певний час, нагадав там реальний сюжет. Значить, поруч з Ельсінором, королівським палацом донських монархів, солдати кілька разів бачили привида, давно схожого на нещодавно загиблого короля. І новина доходить до данського принца Гамлета. Він вирішує побачити привида. І от зустріч з ним Гамлета приводить до жаху. І повне сум'яття, привид розповів йому про те, що його дядька, нинішній король, вбив його батька. І наказує синові помститися. Тобто молода людина дізнається про страшний гріх, що ось його дядька вбиває його батька, і після цього починаються у п'єсі розгортатися дії, сповнені і божевілля, сповнені і смертей. Ну і закінчується все те, що Гамлет вмирає перед смертю, вбиваючи короля. І ось данський престол переходить до Фортінбраса, норвезького правителя. Ну, якщо спитати, до чого тут от Україна, так на мій погляд, що ось там в 90-х, да, от коли Україна здобула незалежність, я був свідком цих подій. От, ну, здавалося би, що, будь ласка, давайте займайтеся державою, будуйте державу, сталу державу, сильну, могутню, про яку ви розповідаєте Україну. Але відбувалися речі інші, скопичувалися перші капітали. Замість того, щоб займатися державою, люди використовували владу задля того, щоб стати мільйонерами, мільярдерами. І ось це батьковбивство ось тоді відбулося, і зараз ми пожинаємо ось ці негарні плоди, і якби, якщо далі так буде продовжуватися, на мій погляд, от і тут ще з'явиться який-небудь Фортінбрас, як і король іншої держави. Тому в мене от до вас питання, чи ви не бачите причинно-наслідкового зв'язку між таким от якимось гріхопадінням, скажімо там, терміном філософсько-релігійним, та ось сталим розвитком, дальшим розвитком? Я говорю конкретно про 90-ті, що відбулося тоді? Ну, от, що стосується України, я б, мабуть, зв'язував це от з такою проблематикою, з такою проблемою. Кожне покоління должно что-то оставлять, ну, оно и оставляет, что оставляет поколение для будущего поколения. То есть вот там мое поколение, мы их называем там дети войны, вот это вот начиная послевоенный период и то до 90-го года, о котором вы говорили, что мы оставили? Мы получили в наследство от того поколения, от своих отцов, матерей, получили победу над фашизмом, получили достаточно мощную экономику относительно того периода. И вот как мы распорядились этим? Но если вы помните, где-то в 60-е годы уже возникло ощущение, что мы находимся вот в каком-то предкризовом состоянии. Экономика начинает буксовать, мы даже называли это там какие-то там застоем, болотом и так далее. То есть, казалось бы, вот в этот период нужно предпринимать какие-то меры, чтобы упредить те события, которые после этого последовали. Были попытки реформирования там, но закончилось все это очень печально, там, развалом той страны, которая была, развалом Советского Союза. Так вот, я первое говорю, что мое поколение, получилось так, что мы не сумели сохранить, что нам и дано, и подошли вот в 90-е годы так называемой перестройки. То есть перестройка или реорганизация должна была бы нам вывести на какой-то новый уровень. Если бы это получилось, а в принципе-то варианты были разные.
То есть можно пойти было по пути чисто либеральной экономики, что, собственно, мы и сделали, и можно пойти было по там, китайскому варианту. Вот если сегодня сравнивать через там, 30 лет, а какой же путь был бы более правильный, то я больше склоняюсь к тому, что это, наверное, был бы китайский эволюционный путь развития, а не чисто, как говорится, реализация чисто либерального курса. К чему я это все говорю? Что вот это вот переход в 90-е годы мы, по сути, своим детям дали вот этот инструмент. То есть вместо борьбы за независимость и создание собственной развитой экономики мы начали заниматься там накоплением, бандитским накоплением капитала. То, что было там в 17-18 веке, капитализм зарождался, вот это мы преподнесли своим детям. Дети вынуждены были как-то выживать в этом. Многие потеряли работу, появилась проблема, как говорится, обнищания, появилась так называемая челночная экономика. В результате мы создали так называемое потребительское общество. То есть люди смотрят, каким образом вот выживать, каким образом минимум хотя бы обеспечить. Кто-то занялся, как вы сказали, там, накоплением капитала, появилось расслоение общества, меньше кучка богатых, большинство обнищаний. Вот это то, что мы передали этому поколению. Вот наши дети на сегодняшний день появились вот с такими вот особенностями. Следующее, как занимались мы 27 лет уже в пределах независимости. Ну, опять-таки, деиндустриализация, никаких реформ и так далее. Мы следующему поколению на сегодняшний день передали ситуацию, от которой они не могут влиять. Единственный способ, который они сегодня применяют, это отток за границу и поиск какого-то счастья за рубежом. Вот связь поколений. То есть нельзя сказать, что она разорвалась, но эта связь поколений оказалась настолько деструктивной, что я даже не могу, допустим, обвинять сегодня там, детей своих там, или внуков. То есть будущее поколение, оно даже не обвиняется, потому что настолько вот мы преподнесли это, что у них другого выхода и нет. Вот на сегодняшний день я вижу, что у нас в Украине сложилась вот такая ситуация. А все от того, что действующая элита, в кавычках, горизонт мышления имеет, там, ну, я его называю, там, на время прихода к власти только. То есть мы не видим, не проектируем экономику и вообще социальные отношения на три поколения. То есть вот то, что я называю устойчивым развитием. Вот мне кажется, такая ситуация сложилась на Украине. Вы знаете, Валерий Иванович, я не хочу там про Кравчука говорить, взагалі аналізувати як політика, но він, я тільки одну фразу його приведу. Він, коли от там вибори програв Кучмі, він сказав, а що я? Ну там я зайшов, здав ключі на вахту, ну і пішов додому. Мені це сподобалося. Оце нормальне бачення передачі влади, цивілізована передача влади, що людина була президентом, людина тепер не є президентом, вона звичайний громадянин, але держава продовжує розвиватися своїм об'єктивним шляхом. Як на мене, зараз треба обов'язково повернути оце поняття «сталий розвиток» з проєкцією на далеке майбуття. Нещодавно один відомий політик київського рівня от просто так сказав, ось, не тільки мені, там компанії сказав, ну, якщо так виплачувати зараз пенсії, то пенсії в державному бюджеті вистачить, щоб виплачувати пенсії розміром 600 гривень. Ось стільки у нас є грошей. І буде більше, коли запрацює економіка. А чи запрацює вона взагалі, потискає плечами? Це його провина? Ну, це не його провина. Справа в тім, що навіть вихолощено це поняття «сталий розвиток», що ніхто не, взагалі не думає про майбутню економіку. На моє глибоке переконання, тільки економіка забезпечить, звичайна економіка забезпечить оцей діалог поколінь. Не філософія, ні навіть культурна спадщина, а економіка. Коли ми зараз реально це покоління нове втрачаємо, ну,
воно виїжджає, воно нас покидає, воно просто не пов'язує своє майбуття із цим, із державою Україна, і треба кардинально просто міняти ситуацію. Що ви скажете з цього приводу? Ну, что я скажу? Я опять возвращусь к вот этому тезису «горизонт мышления». Если у нас отсутствует горизонт мышления, охватывающий как минимум трех поколений, вот, то мы приходим вот к системе формирования власти такой, что вот вы сослались там Кравчук, Кучма, там, Янукович, Порошенко. Да какая разница по большому счету? Каждый президент или каждый там Верховный Рада, когда садится в свои кресла и приходит к власти, они начинают как бы там с чистого листа. Ну, проклинают попередников и начинают, говорится, с чистого листа. То есть нет вот этой преемственности поколений в развитии экономики, а следовательно, этот разрыв только увеличивается. То есть первое, с чего мы должны начать или как-то прийти к этому, проектный подход к социально-экономическому развитию, который охватывает как минимум три поколения. Тогда человек, который приходит в власти, или депутаты, политики, которые садятся в кресло Верховной Рады, там, местного органа самоуправления, они будут продолжать то, что начато. Может быть, там исправлять какие-то ошибки, недостатки, но есть дорожная карта к какой-то цели. То есть мы хотим создать какое-то общество с более качественным уровнем жизни, более безопасное, и определяем это определенными параметрами. Я прихожу к власти, я обязан эту линию продолжать. Вот без проектного подхода у нас каждый раз будет, дай бог, если будут приходить там, ну, нормально мыслящие люди, просвещенные люди, но на волне популизма может прийти человек, который вообще понятия в этом не имеет. Не говорю о том, что существует вот то, что мы создали, я его называю коррупционный консенсус, то это просто обворовывание населения и так далее. Это вот первое, что нужно делать. Второе из этого вытекает, нужен механизм формирования власти. То есть мы должны не просто вот выбирать там по лозунгам какими-то, вот это нравится мне, человек не нравится, а мы должны выбирать людей, и в том числе, допустим, вот и предстоящие выборы президента, который вписывается вот в эту стратегию. Если он не вписывается в стратегию, он будет ее ломать, он будет что-то там через колено делать, под себя что-то выполнять и так далее. То есть стратегия должна быть выписана, и под это мы должны формировать новую элиту и новую власть. Потому что то, что мы называем сегодняшний день элитой, это на самом деле... Элита – это наиболее активная, но наиболее, как говорится, представительные люди, которые представляют интересы общества, территориальной громады. Кого у нас представляет сейчас элита? Это партийная номенклатура, которая сама по себе является источником коррупции. Вот два момента я бы назвал – проектный подход, то есть стратегия развития, и второе – формирование элиты и формирование властью под эту стратегию, чтобы мы не шарахались каждый раз и не, ну, грубо говоря, не подставляли, не делали вот этот разрыв между настоящим и будущим поколением. Знаете, я просто хочу ваші оці думки, які ви виголосили зараз, розвити і зробити, може, в якихось грубих формах зрозуміло для наших глядачів. От оцей персонаж, він описаний в літературі, описаний в кінематографі, знаєте, от повоєнні часи, там, коли було так зле і був голод, був такий вори, які шукали корову для того, щоб підійти до цієї корови і здоїти молока і цим похарчуватися. Мені деякі люди нагадують ось таких ворів, ось де мені заробити, де взяти оцю корову, або якийсь грант знайти, або ось тут, ось тут бюджет, або ще щось. Нам пора усім змінити кардинально свою свідомість про те, що і поставити питання, а де моя корова, де її буду вирощувати, на якій території, що для цього це зробити. Оце є сутність проєктного підходу. Я не дуже грубо описал, так бы мовити, сутність от того, що ви говорите. Та ні, проєктний підход і предусматривает как раз формування всіх соціально-економічних устоїв знизу вверх.
не сверху вниз, а именно снизу вверх. То есть человек со своими проблемами, своими какими-то обязанностями, своим видением, своими мотивациями, потребностями. И есть громада, территориальная громада, которая из этих людей формируется. Вот если у нас на этом уровне нет понятия комфортного проживания и устойчивого развития, соответственно, и дальше идет. Или мы должны перевернуть всю эту пирамиду и тогда сверху выдавать и дотировать, там, субвентировать и так далее, то есть управлять этим процессом. То есть вот две модели управления. Можно, в принципе, и при авторитарном режиме достичь нормальных результатов, но тогда должен во главе стоять какой-то моральный авторитет, лидер и просвещенный человек, который думает не о себя, не о себе, не о клане своем, а именно вот от развития, о развитии внизу. Вот, может быть, не к месту, но у меня в этом смысле вспомнился одна такая мудрость. Вот, что лучше, стадо баранов во главе со львом или стадо львов во главе с бараном? Так вот, из этого вытекает, что стадо львов становится баранами, если во главе баран. Если во главе государства и Верховной Рады стоят люди непросвещенные, коррупционеры, то при чем тут авторитарная система или там демократическая система? Эти люди будут превращать и все наше общество в баранов. Валерій Іванович, все ж таки, давайте поговоримо про перспективи. Ми намагаємося у цій студії шукати точки росту, яка називається наша передача. Які заходи треба зараз впровадити для того, щоб ось цей діалог поколінь відбувся нормально, адекватно, для того, щоб хоча б цей катастрофічний виїзд молоді, інтелектуально розвинутої молоді припинився або обмежився? Ну, в принципе, я их уже перечислил. Я могу только акцентировать внимание, что мы в очередной раз, в смысле Украины, входим в вот такую, я ее называю, реперную точку, в которой может решаться судьба, по какой дороге мы дальше пойдем. Но таких реперных точек по жизни, они не должно быть очень много, потому что если мы каждый раз через 2-3 года проходим точку бифуркации или идем туда, или идем обратно, то такое развитие не будет. Вот мы подошли сейчас к критическому такому, к порогу, когда еще что-то можно изменить, или мы окончательно будем дальше разваливаться. Я имею в виду вот 19-20 год и первые события – это выборы президентов, в котором мы должны определиться. У нас нет такой стратегии, о которой я говорю. У нас нет такого проектного подхода. Мы не видим, что будет там через 20-30 лет, даже в таком промежутке. Поэтому первое, что надо всем нам понять и попытаться осмыслить это, все-таки выбирать таких руководителей, таких президентов или таких руководителей, которые имеют видение этого, которые имеют хотя бы стратегию. То есть есть надежда, что если он придет, то он будет пытаться хоть двигаться по этой стратегии. Вот, к сожалению, я этого не вижу. Мы на сегодняшний день уже, по-моему, где-то 28 претендентов имеют на кандидатов. И вот я смотрю из них, ну, почти все вообще не имеют никакой стратегии. Некоторые там декларируют это, вот, но когда начинаешь глубоко разбираться, то это опять-таки стратегия, вот, я ее называю, взгляд на будущее в замочную скважину. Вот так, как человек видит, и в первую очередь видит в пользу свою. Это вот первый момент. И второй, я сказал о том, что если мы хотим все-таки создать демократическую систему, вот, например, в децентрализации, то есть если мы хотим, чтобы базовыми административными единицами были территориальные громады, общины, то есть там зарождалось вот это вот социально-экономическое устойчивое развитие, то мы тогда и там должны формировать по такому же принципу. То есть мы там должны формировать элиту снизу и там начинать формировать бюджет и социально-экономическую платформу. Вот я тоже там сейчас пока не вижу, потому что все наши, мы много на эту тему говорили, все наши АТГ, они подсели на эту иглу дотации и субвенции, называют это халявные деньги, и хотя понимание сейчас приходит, но это вот тот период, когда надо это изменить и сделать так, чтобы хотя бы снизу
были паростки создания и собственной элиты, и собственной власти, и собственного видения своего будущего. Да, як казав принц Гамлет, закінчимо, напевно, його фразою, розпалася зв'язок часів, розпався зв'язок часів. Ну, як на мене, ось зараз треба обирати таких політиків, які от дійсно, у них є конкретні, реалістичні, ясні пропозиції щодо розвитку України, сталого розвитку, у них є бачення, у них є поплічники. Ну, дай Боже, щоб такі лідери з'явилися, дай Боже, щоб оці пропозиції, про які ми говоримо, дай Боже, щоб вони стали реальністю у тій необхідній мірі. Дякуємо, Валерій Іванович, за цікаву розмову. Шановне товариство, сьогодні ми у цій студії телеканалу АТВ говорили про проблему налагодження діалогу поколінь задля сталого розвитку. Будемо оптимістами, будемо сподіватися, що все у нас добре і ми такий діалог між поколіннями налагодимо. Сподіваємося, що вам було цікаво. До нових зустрічей на телеканалі АТВ. До побачення.